Размах производства марихуаны и гашиша поразил даже бывалых полицейских. В нарколаборатории частного дома созданы все необходимые условия. Особое освещение, системы вентиляции, полива и дорогостоящие удобрения. 252 куста конопли и 24,5 килограмма уже готовой продукции. Я открываю первую бочку. Вот смотрите, сколько растительного происхождения. По оперативным данным, наркобизнесом промышляли школьный сторож и его ранее судимый сын, работающий спасателем. Вы употребляете сами наркотики? Нет. Не употребляете. Для чего тогда вам марихуана? Так он хотел масло делать. В гараже стражи порядка обнаружили 3 дорогих мотоцикла. Примерная стоимость изъятых наркотиков – 24,5 миллиона рублей. То, что на протяжении 6 часов, пока шел обыск, были оказаны 2 попытки давления на наших сотрудников. В настоящий момент и отец, и сын находятся в розыске, так как сын, уехав с работы, до дома не доехал. А отец после первого опроса был отпущен нашими сотрудниками, так как сослался на плохое самочувствие. Вот. И после этого, собственно говоря, нигде ни дома, ни в нарколаборатории он не появлялся. Возбуждено уголовное дело, идет поиск сбежавших подозреваемых.